Внимание граждан! С 1 июля этого года на территории Оренбургской области вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Регистрация через бесплатное мобильное приложение или веб-кабинет «Мой налог». Подробнее о том, как стать плательщиком налога для самозанятых граждан, можно на сайте ФНС России налог.ру. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Сдаются в аренду помещения под офисы, магазин от 30 до 150 квадратных метров по улице Пролетарской, 181, первая линия. Звонить по телефону 27 77 75. Организации требуются водители категории CE, БелАЗ, ДАПОК. Вахта в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Звонить 8 35 363, телефон 7 02 22 или 8 965 692 60 21, 8 905 847 72 42. Срочно. Работы вахтой в Москве. Упаковщики, грузчики, разнорабочие. Ставки от 1400 рублей за смену. Работы на складах и производстве. Предоставляются проживание, питание. Организован выезд из Оренбурга. Телефон 8 800 777 8051. В компанию по обслуживанию домофонов требуются сервис-менеджер, специалист по работе со слаботочными системами. Опыт работы в сфере установки видеонаблюдения приветствуется. Наличие личного автомобиля. Телефон 78 10 15. Требуется водитель с опытом работы не менее 5 лет и знанием города. График работы с 9 до 18 часов, суббота с 9 до 15 часов. Возможны командировки. Официальное оформление. Телефон 97 54 56. На склад требуется водитель погрузчика 4-го разряда, кладовщик-комплектовщик. Звонить 54 03 20 или 8 912 345 71 61. Требуется водитель на автобус, развозка, телефон 90 37 01. Требуется сборщик окон ПВХ. Зарплата высокая. Звонить 92 11 26. Работа. Телефон 57 77 14. В лесной парк Берендей, Дубки, требуется разнорабочий с питанием и проживанием, администратор и уборщица. Телефон 677 115. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55 77 31. Организации требуются автомеханики, автоэлектрики, автослесари, кладовщики. Вахта в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8 965 692 6003, 8 961 921 1786. Требуется водитель с опытом работы на экскаватор-погрузчик GCB. Звонить 20 20 21. Требуется диспетчер по работе с путевыми листами. Телефон 96 02 49. В управляющую компанию требуется дворник, слесарь, энергетик, инженер-строитель, электрик, водитель с личным автомобилем, сварщик. Телефон 48 40 80. Требуется водитель категории CE на межгород до 500 километров. Обращаться по телефонам 75 85 80 или 8 922 898 88 56. Требуется продавец. Телефон 55 04 98. В рыбный цех, поселок Овощевод, требуются рабочий на разделку и посол рыбы, коптильщик, разнорабочие. Телефон 96 30 45. В строительно-монтажную организацию требуются монтажники технологических трубопроводов и сварщики. Телефон 40 80 94. Требуется разнорабочий. Телефон 30 59 58. Требуются лицензированные охранники 6-го разряда. Телефон 77
33-98. Организации требуются сварщики. Звонить 8 905 887 78 94. Требуется водитель категории БЦ, тракторист, разнорабочие. Телефон 589-831. Организация срочно приглашает на работу в столярный цех столяров-станочников с опытом работы. Зарплата при собеседовании. Звонить в рабочее время по телефону 8 922 886 1348. Требуется продавец в магазин сотовых телефонов. Звонить 8 903 360 0722. Требуются газоэлектросварщики. Телефон 288-678. В крупную компанию требуются уборщицы на вечернюю уборку и дворники. Имеется развозка. Телефон 8-919-846-2488. Требуется электрик. Телефон 8-903-360-77-52. Требуются грузчики и подсобные рабочие. Телефон 28-19-25. Требуются автомойщики. Телефон 56-07-37. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.